Так, 26 июля в Чебоксарах открылась выставка международного проекта «Ангелы мира». Здесь несколько залов, где размещены работы. Тогда как раз пришла новая работа из Владикавказа. Пока с утра народу поменьше, успевать хоть снять. Тут один зал. Здесь другой у нас зал. Получается. Как раз развернем. Это получается третий зал. Тоже новая работа пришла с Кургана. Это у нас Сингапура работа. Здесь. Это четвертый зал. Здесь выход из галереи на улицу. И здесь как раз фишу Центра современного искусства. Там маленький ваш. Привет, из Чебоксар. Выставка работает до 19 августа.